где же клад? Мы с Мотенькой будем искать сегодня клад. Да. Наша курочка Ряба приготовила нам челлендж. Ну-ка, иди сюда, смотри. Курочка Ряба снесла много яиц. Видишь, целую корзинку яиц снесла. А еще она снесла одно яйцо не простое, а золотое. Нам надо его найти с тобой. Да. Да, давай смотреть. Да. Матюш, смотри, здесь в яйце должна быть подсказка в каком-то. Ищи яйцо. Смотри. Здесь есть что-нибудь? Ничего нету. Да. Ищи, где подсказка. А? Там? Да. Да, там что-то есть? Нет, Матюш, там нету ничего. Ищи дальше. Ничего нету. Здесь? Нет, здесь тоже ничего нету. Ищи дальше. Пусто. Нет, здесь тоже нету. Там что-то есть. Ну-ка, давай открывать. Вот. Кто это? Нет. Уточка, да, кря-кря. Уточка. Теперь нам надо уточку найти. А где у Мотеньки уточка живет? Дом. Дома, да, у Мотеньки уточка. У Мотеньки есть утка Дональд Дак. Помнишь, где утка у Мотеньки? Кря-кря. А большая утка где? Нет, это курица. Курица яйца снесла. А где утка? Кря-кря. А? Где? Ну-ка ищи. Бери лупу, ищи. Это маленькая, давай искать большую. Утка Дональд Дак. Ты с ней спал сегодня ночью, помнишь? Ищи большую плюшевую уточку. Да, ищи. Где? Где? Ну-ка, Мотенька ищет. Где? 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 Нет, это слон. Давай дальше. Смотри, сколько у тебя игрушек много. А где же уточка-то? Где? Моть, ну ты забыл, кто такая утка. Ищет, как собачка нюхает, да? Ну-ка, давай искать, искать. Да, посчитал, все, пора искать. Утка, выходи. Матвей, смотри. Вот же она. Она вышла. Ура, мы нашли утку. А давай искать яйцо теперь. Смотри. Ищи уточки, где яйцо. Ты должен подсказку новую искать. Посмотри. Матюш, смотри, вон. Смотри, у нее в капюшоне яйцо. Ну-ка. А что в яйце? Открывай. Ты не то, вот это открывай, которое было в капюшоне. Ой, что это такое? Би-би! Машина. А где у Мотеньки красная машина? Би-би. Ищи большую машину. Это маленькая, нам нужна большая. Посмотри вокруг. Есть тут машина где-нибудь? Да, посчитал. Выходи, машинка. Мы тебя идем искать. Машинка спряталась. Это три кота, одеяло. Да, это маленькая. Нам нужна большая машинка, побольше. С новым яйцом. Матвей, посмотри вокруг, по сторонам. Где машины? Где твои игрушки, машины? Где ты играешь? Виу, виу, где? Вот она где. А что в машинке, посмотри-ка. Ой. Виу. Ой. Там тоже яйцо, да? Да. Ух ты, еще одна подсказка. Эй, что же там? Давай откроем. Оп! Кто это?
Мишка. Да. Переверни. Ой, выпал. Мишка-пандочка. Да? А где Мотин Мишка-пандочка? Где любимый Мотин Мишка-пандочка? Ну-ка, найди игрушку свою, Мишку. А? Где? Давай мне. Папа! Папа! Я! Да! Это маленький, это большой. А где у него подсказка? Давай искать. Что это? Ой, у Мишки яичко. Доставай. Вот, молодец. А что в яйце? Да, ну клад-то мы же будем искать. Давай откроем яйцо. Оп. Кто это такой? Доставай. Кто это? Это тигр. Да? Я вижу. Давай вместе с Вилл клад искать. Да, Вилл. Да. Вилл ищет клад. Ты тигру нашел. А где большой тигра? Р-р-р. Где тигр? Ой, Мотенька, у тебя за спиной тигр. Ой. Вот он. Мотенька на тигре. Ищи яйцо. Ищи у тигра яйцо. У него тоже должно быть. Ну-ка, ну-ка. О, в пасти яйцо схватил. Ты смотри-ка. Съел яйцо. Давай смотреть, что же там внутри. Откроешь сам? Надо надавить пальчиками вот сюда. Вот. Кто это? Это слон. Эй, а где Мотин слон? Где твой слон большой? Вот. А большой слон где? О, вот. И у него тоже яйцо в хоботе держит. Да, давай. Ну-ка, давай открывать. Давай. Что там? Оп. Ой, не открыть. Во. Ух ты. Ну-ка, давай собирай. На. Кто это? Это же медведь. Да? Соберешь медведя? Да. Мишка. А где у Мотеньки Мишка? Бурый Мишка, который сказки у Мотеньки рассказывает. Где он? А? Где? Поищи. Матюш, вот такой коричневый Мишка. Где у тебя? М? Вон, смотри. Вон он сидит. Пойдем яичко у него искать. Пойдем. Пойдем. Залезай. Залезай. Вот он где. А вот яичко. В лапке, да? Ой. Да. Откроем. Кто это там? Заинька. Где Заинька, Мотин маленький, а? Где Заинька? Где? Смотри, Виу-Виу едет искать зайчика. Где же Зайка? Мяу. Ты кису нашел? Мяу. Мяу. А где твой зайчик? Ой, вот оно. Ой, укатилось. Ой-ой-ой. Лови, лови. Лови скорей. А то тигр сейчас съест. Давай открывать. Что-то там интересное. Кто это? Кто это? Доставай. Ой, хрюшка. А где Мотина хрюшка? Где Мотина хрюшка? Да, это из поезда хрюшка. Ну-ка, где там наш поезд? Вот он. Мы нашли хрюшку. Да, хрюшка едет в этом поезде. Где Мотина свинка?
Да, пошли искать следующее яичко. Да, пойдем искать. Ну-ка, ищи свинку, где она, где? Вот она, да. Давай смотреть. А где же яйцо? Мы открываем. Это рюкзачок Хрюшка. Ой, вот оно внутри. А что в яйце? Эй! Открываем. Давай сюда корзинку. Смотри, кто это. Ка-ка-ка-ка-ка! Это птичка желтенькая. Angry Birds. Держи, держи. Давай складывать туда оставшиеся яйца. Мотенька, а где птичка желтая? Матвей, нам надо найти вот такую же птичку. Смотри. Вот такую же птичку тебе надо найти. Где она? У нас уже не помещается в корзине. Ой, слон большой, какой классный. Мотенька, как слон говорит? А птичка как говорит? Ка-ка-ка! Ищи яичко следующее. Ищи яичко. Мы почти добрались до главного клада. Ой, вот она, желтая птичка. А где же у нее яйцо? Ой, ой, вот же она. Доставай. Давай, давай. Вот, молодец, открывай. Давай открывать. Прыг. Ой, кто это? Это кто? У-у-а! Нет, это не обезьянка. Посмотри внимательно. Смотри, рожки. Хвостик длинный. Кто это? М? Посмотри, кто это? Рога у нее. Матюнь, это же корова. Му-му. Давай скорее искать корову. М? Где? Клад. Да, клад мы ищем. Как мы ищем клад? Да. Вон. Где корова у Моченьки? Ой, вон она сидит. А на чем она сидит, смотри. Ну-ка, кто там? Смотри, это же золотое яйцо. Вон оно, какое большое. Золотое яйцо. Там клад наш. Ну-ка, давай открывай. Да. Клад. Давай. Да, да. Ура. Ура! Мотенька нашел клад. Давай скорее открывай. Ух ты! Бам! Бам! Еще одно. Бам! Бам! Оп! Ой! Кто там выпал? Мишка-пандочка еще одна. Смотри-ка, а где наш Мишка-пандочка? Мотенька, пап! Смотри! Где наш Мишка-пандочка? Там? Ты пока искал золотое яйцо, Мишка-пандочка принес тебе клад. Да. Да. Вот он. Мишка пришел с детками Мишками. Ням-ням. Да, ням-ням, Мишки. Держи, держи, держи. Вот они, конфетки. Ням-ням. Давай откроем? Да. Да, давай открывать. Да! Ура, мы нашли наш клад. Ура! Ура! Ой. Ой, сколько конфеток. Ням-ням. Ням-ням. Давай откроем. Вот их как много. Держи. Ням. Ням. Но все съедать сразу нельзя. Да? Давай мы их куда-нибудь положим. Да. Молодец, Мотенька. Нашел. Всех нашел.
Вкусно? Угу. Тебе понравилось клад искать? Да. Молодец, Мотенька сыщик.